Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дэн Стифлер, и сегодня мы с вами поиграем на рулетке CSGOLIKE.COM, поэтому не забудь поставить лайк данному видео и подписаться на канал. Ну а мы погнали. Так, ну что ж, давайте, ребятки, я предлагаю залететь сразу же первыми. Прикупили мне специально немножко ширпика, чтобы поиграть на рулеточке. Я думаю, начнем с кейсиков. Ну и можно, я не знаю, давайте вот так, закинем сначала для затравочки 5 шмоточек. И посмотрим, удастся нам победить или нет. Так, сейчас подтвердим все это дело на мобилке. Так, отлично, к нам уже залетают. Вставочку. О, 0.91 он ставит. Неплохо, неплохо. Так, первые 5 предметов отправляются. В принципе, можно, я думаю, даже не закрывать, раз мы будем играть. Так, давай вообще посмотрим, что здесь ставят обычно. Я так понял, что здесь ставят в основном тоже такой же ширпик, как и я. Так, он поставил... А, он поставил один скин. А, нифига себе, он поставил Desert Eagle. Кровавую паутину. Ну что же, шанс у нас, конечно, 15%. Это вообще дичь. Сейчас, если еще пару человек залетят, то будет жестко. Но, в принципе, чувак с 2% выиграл 4 бакса. Это довольно неплохо, я считаю. А чем мне понравился данный сайт, ребята, почему я советую вам на нем поиграть, потому что здесь... Небольшое количество людей, которые играют на небольшие ставки, пока сайт не очень развит, можно на нем залететь и выиграть на изи. Вот сейчас мы что и попробуем сделать на 12%. Так, давай, ждем. Время. 10%. Черт побери, 10%. 5 скинов мы поставили. И кто же победит? Но это точно не мы победим, я прям уверен. Да ладно, на 10%, братан. What the hell is wrong with that guy? Ништяк. Так, первая ставочка прошла удачно, отлично. Как видите, ребята, блядь, можно и дохло кайфе затащить. Нихуя в себе. Вот это дичь. Так, давайте-ка чекнем, пришел ли нам обмен. Да, пришел обмен. Оу. Отлично, мы выиграли, в принципе, кровавую паутину. Принимаем обмен. Ребята, как видите, обмены приходят очень-очень быстро. Мы... А я ставил это или нет? Я не помню, ладно. По-моему, ставил. Ну, ничего, мы уже наварились, в принципе, на кейсики, которые мы сейчас дальше будем ставить. И выиграли кровавую паутину. Это довольно неплохо. Так, принимаем обмен, что он долго принимается. И давайте сразу же, наверное, пока обмен принимается, мы зальем... еще ставочку. Так, ссылочку. Ребят, главное, вводите ссылку на обмен, чтобы вам сразу приходили шмотки. Так, а, вот уже 77 рублей, неплохо. Так, давайте-ка тогда зальем сейчас побольше. Так, там на сайте можно, по-моему, 10 предметов было заливать. 10 предметов. Давайте сыграем по полной. 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот, я не знаю, поставим. Так, отлично. Трейд отправился, смотрим. Так, посмотрим в стиме. В стиме я уже принял обмен. Все. Так, ой, а я не первый залетел, смотри. Ну да ладно. А насколько интересно я залил шмоток-то? Сейчас посмотрим это все дело. Ребята, ну слушайте, довольно неплохой сайт. Мне уже нравится. Первая моя игра на сайте и первая победа. Это довольно круто, круто. Смотри, а он может заливать... А, можно 10 и еще потом залить скины, я так понял. Или он просто другого аккаунта кидал. Короче, я не понял, нифига. Так, ладно, пока что у нас самый большой процент. Сейчас будет что-то... Блин, еще чувак заливает, ё-моё. Амар Джрэйз. Так, значит, смотрите, ребят, здесь также идет, видите, розыгрыш по предметам. То есть, если здесь поставят на 100 предметов уже, то розыгрыш автоматически начнется. Либо же по истечении времени. Но времени здесь не показывается, здесь показывает кольцо. Надо выиграть, надо по-любому выиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня 12%. Чувак просто нереально затопил, ё-моё. 4 бакса. Не, ну мы здесь уже по-любому не выиграем, мне кажется. Потому что шанс 10% это... Что? Серьезно? Что, блядь? Да ну нахуй. Ебать, шансом, блядь, 9.56. Говорил мне папа, у тебя рука счастливая, а я не верил. Вот это жесть. Он, я, наверное, уже не успею. Хотя, можно попробовать. Но если что, мы залетим уже на следующую.
Давайте-ка еще поставим какой-нибудь ширпик. Ширпик, ширпик. Так. А давайте-ка попробуем поставить чисто 10 кейсов. Мне просто интересно, можно ли здесь, на данном сайте, затащить only на кейсах? Сегодня на 68 баксов, пацаны, наиграли. О, есть, я самый первый залетел, отлично. Наша ставочка 0.3. Так, есть. Первый соперник поставил 4 скина нам. В общем, ребята, сайт реально крутой. Всем советую попробовать на нем поиграть. Как вы видите, я, в принципе, пока что 2 из 2 игр выиграл. Хотя я сейчас вряд ли думаю, что выиграю. Но все возможно, так как ставки при первом... Когда вы ставите первым в начале игры, шанс всегда на 5% больше. Это на любой рулетке так. То есть вам еще дается некий такой, скажем, бонус. Но здесь мы должны выиграть, в принципе. Да, если я думаю, даже чувак выиграет. У меня такая аватарка милая, какой-то школьник. Пусть выигрывает, ладно. Так уж и быть, отдадим ему эти 10 сундуков. Но, блин, здесь слишком много моих изображений. Я думаю, что мы по-любому выиграем. Хотя нам эти 4 сундука-то в плюс особо не дойдут. Ну, да. А, опять он ставит 4 кейса. Что? Что такое? Опять 67%. Так, ну, ребята, где вы? Давайте, давайте залетайте кто-нибудь. А то что я против этого играю, то один на один. Но здесь мы по-любому выиграем, потому что, ну, нереальный перевес по процентам просто. Хотя у него сейчас, на самом деле, не 33%, а где-то процентов 38%. А у меня 62%. Поэтому все шансы есть у малого победить. Ну, как раз, если что, подарим ему немножечко ширпика. Пусть пацан порадуется. А, отлично, еще один чувак залетает в самом конце и обламывает нам все нахрен, потому что мы сейчас срем. Да, чувак с 10% побеждает, ребята, как вы видите, что нет никакой подкрутки здесь, так что вы можете, типа, не волноваться насчет этого. Давайте-ка кейсиков зальем. Как говорится, кейсики не жалко. Так, 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 еще. 10, вот, 10 кейсов, дали подарок. Предлагаем обмен. Так, ну чувак все-таки не сдается, он ставит еще больше, у него сейчас нереально огромный шанс победе, где-то, наверное, уже около 80%. Но ничего, ладно, ладно. Я уже с этим смирился, что я сейчас солью. Так, ну что. Давай, мы хотим затащить, мы хотим выиграть. Нет, нет, ну нет, ну почему? Фак, 17%. Хотя, если логически подумать, до этого побеждали всегда большие коэффициенты, и у нас сейчас есть шанс. У нас есть шанс, у нас нет шансов, без шансов. Вот, в принципе, мы сейчас и просрём. А, у меня 32%, нифига себе, слушай. Давай, 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 мы должны выиграть, 24%, похуй. Этот ПКФР запарил, слушай, заливает, заливает, топит, блядь, вечно. Давай, 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 сука. Давай, Стифлер, тащи. Но, давай, мы должны уйти с победой. Мы уходим с победой? Нет, мы не уходим с победой. Поэтому мы что делаем? Мы еще будем ставить. Мы будем, блядь, дожимать до конца, потому что нам нужно последний раз выиграть. Ну же. Я верю. Блядь, сука, он запарил. Ну, блин, а, был такой шанс сейчас поднять, конечно, баблишко, но ладно. Мы, в принципе, и так ушли в плюс, ребят. А мы накупили ширпа, грубо говоря, там, блин, может, на 30, а подняли с этого всего дела. Сейчас я вам даже покажу это. Мы подняли 46 рублей, 56, 76, 44 и 77 рублей. Но это я считаю довольно круто. И сейчас на 3%, что 3%, блядь. Но мы сейчас срём, вот 100%. Да, да, здесь без вариантов к выигрышу. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Дэн Стифлер, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, играйте на этой рулетке, реально крутая рулетка, вы сами видели, что можно подняться даже из 30 рублей. Поэтому все заходим на CSGO, лайк, играем, всем удачи, пока!